Всем привет, с вами GoldTray, в этой игре Цезарь Феникс. Сегодня я вам покажу, как легче всего зарабатывать в банде. То есть лучше всего вам для этого подойдет именно банда Bloods. Смотрите, в связи именно с респой, то есть смотрите, вот у нас вы появляетесь на респе, ставите метку вот здесь вот перевозка машин, то есть тут буквально пару метров добежать. Сейчас я продемонстрирую. Вам показывают, где у вас есть машинка на карте, которую вам нужно перевести, то есть, где ее нужно забрать. Можем на такси, можем пешком, но я это потом все ускорю, как бы я добегу пешком. Итак, мы добежали до нашего места. Берем машинку. Появляются координаты, куда ее нужно отвезти. Мне, конечно, я, к сожалению, вести далековато, но ничего. Вот вам пришли деньги. Делаем скриншот, что вам пришли деньги. Вводим чатики слэшки. Нажимаем F1. Быстрое подключение. На экране выбора персонажа появится на территории фракции. Помните, что все, что у вас было в инвентаре из оружия, еды, исчезает, поэтому лучше это делать без этого. Выбегаете, и вам снова всего ничего добежать до нужного места. Вступайте в Bloods, зарабатывайте деньги. Всем приятной игры!